Этот же мальчик говорит, просто остановил, начинаем разговор. Он говорит, представь просто, ты, говорит, стоишь один на сцене. И говорит, весь зал тебе аплодирует. Говорит, просто представь. Я говорю, ну, представил, я говорю, да. Тебе нравится это ощущение? Я говорю, да. Ты хочешь, чтобы так было? Я говорю, ну, конечно. Ну, тогда работать надо. И мне в этот момент прям вот, бывает же, вот прям щелкнуло. Перевоплощаться очень как бы легко после того, как ты однажды раскрылся. То есть я всегда до этого пытался играть только на сцене, а в зале я репетировал и стеснялся своих же коллег. Это зажатость, это плохо. И выходя на сцену, я себя, Фархада, оставляю там, за кулисами. Я думаю, конечно, не я один так думаю, но каждый артист должен быть немножко сумасшедшим, психом должен быть. Потому что скучно быть обычным артистом. Как можно выходить на сцену, будучи обычным человеком? Это, я думаю, нереально. Надо быть немножко сумасшедшим. В обычной жизни, может быть, я такой немножко спокойный. Я хочу казаться таким весомым человеком, но на самом деле внутри я еще ребенок. И хочется немножко поиграться, побаловаться. И я считаю, что это очень сильно помогает оставаться именно артистом. Даже когда устаешь, если уставший, не позанимался, то теряешь форму. А иногда наоборот бывает. Так сильно уже перетружен, что занимаешься и еще хуже становится, травму получаешь. Хороший отдых лучше, чем плохая работа. Лучше.
лучше хорошо отдохнуть, чем плохо поработать один денек. Мышцы немножко успокоятся, и уже будет легче. Тебя держит, да, мальчик? Вот сидит. Пойду помогу. Какое место? Потом горжусь тем, что мой сын будет показывать это своим друзьям, может быть, в школе, может быть, где-то еще. И говорит, вот, мой папа, кавалер Родины, например, ради этого, я думаю, стоит.